Добрый вечер, зрители и подписчики. Сегодня я вместе со своей женой буду готовить очень вкусную домашнюю пиццу. Для нашей пиццы потребуется тесто, которое подготовили. Потом сыр моцарелла, шампиньоны. Все мы нарезали. Помидоры, огурцы маринованные тоже кольцами. Все нарезали. Ветчина. Сыр моцарелла и заправку мы сделали, кетчуп, майонез, пару зубчиков чесночка. Так что сейчас будем дальше все это подготавливать, на наше тесто уже выкладывать ингредиенты. Так что сегодня у нас будет рецепт домашней нашей пиццы, приготовления дома. Так что продолжайте смотреть видео, дальше будет интересно. Так, значит, дальше у нас идет. Смазываем наше тесто нашей подготовленной такой с кетчупом майонеза замазкой с чесноком. Сейчас жена выкладывает ветчину, колбасу. Потом последовательно дальше все ингредиенты. Получается такая красота. Потом поставим в духовку минут на 20-30, там 180 градусов. И будет она у нас готовиться, пицца. Так что смотрите, дальше будет интересно. Там потом конечный результат вам уже покажем. Посмотрите. Всех с преддверии 23-го мужчин поздравляю с праздником. Желаю вам здоровья, крепости, мужества, счастья, удачи, побольше денег и всего самого наилучшего. С 23 февраля вас, мужики. Так. Вот. Шампиньоны. У нас маринованные огурцы кольцами. Лучок. Это у нас тоже классно. Я уже пробовал немножко вот это с кетчупа, с майонеза и с чесночком намазка. Вообще классный такой соус получился. Вкусный. Шампиньоны идут. Помидоры. Болгарский красный сладкий перец. Все это мы подготовили. Противень. Бумага пергаментная. Смазали все с растительным немножко маслом. Так что вот такая вот получается красота. Какая пицца. Наша домашняя вкусная. Сыр у нас. Моцареллу тоже. Сейчас будем... И открыть ее. Такие шарики там. Моцарелла. Немного натерли мы сыра голландского. Сейчас вот жена делает моцарелку, выкладывает, разрезает. У нас две, да, получится, да, где-то? Да. Даже еще вот, да, еще вот один корж. Есть такое тесто наше. Так что, что-то одно подготовил. Может, еще немного этого добавить? Ну, этих помидоров, огурцов, или хватит? Сейчас будем вторую делать пиццу.
немного растительного масла на бумагу пергаментную. Сейчас я тебе дам этот нашу форму под пиццу. Намазываем нашей заправкой, соусом. Ну, как красиво получается. Сейчас уже там, хочется побыстрее уже попробовать конечный результат. Вкусную пиццу. Так. Что тебе подавать сейчас буду? Видите? Так. Колбасу. Шампиньоны. А еще оставь, потом дальше будешь. Да, шампиньоны. Ну, так распредели. Хватит. Так, теперь ветчину. Да. Ветчину, колбасу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Дальше будете смотреть рецепт. Всем вам, кто сейчас кушает, желаем приятного аппетита. Давай подготовим эту, или потом уже, духовку. Потом, да. Сейчас все. Ложит аккуратненько, красиво. Ой, какая красота получается. Посыпаем сыром. Добавляем сыр моцарелла. Так удобно делают такие в форме шарика форма. Он будет такой. По вкусу как тебе моцарелла? Он больше такой, ну... Мягенький. Мягенький. Ну, такой. Сладость есть или больше такая, ну, сладенький. Соленость? Маленький. Сладкий, да? Ставим на 180 градусов нашу плиту. На 40, пока она согреется, как бы на 100. Первая пошла вперед. Аккуратно. Ну вот сейчас у нас вот мы первую подготовленную поставили. Сейчас будем вторую тоже, да, туда выставлять. Одновременно будет готовиться две пиццы. Будем смотреть на них, так что как приготовиться, мы вам уже конечный результат приготовления нашей пиццы покажем. Так что смотрите дальше видео, будет интересно. Так, ну, минут 13, уже 14 проходит. Сейчас посмотрим, как она. Какая красавица уже. Сыр начинает расплавляться. Одна, вторая готовится. Так что, сейчас будем смотреть. Ну, 20, там, 30 пройдет. И уже, я думаю, приготовится. Так что закроем, пусть дальше готовится. Так что продолжайте смотреть видео, дальше будет интересно. Так, друзья,
подписчики, зрители, достал я с духовки нашей печи пиццу. Прошло минут 35. Вот так она выглядит сейчас. Вторая еще тоже немножко и времени, она дойдет тоже приготовиться. Наверх ее поставили. Так что сейчас будем пробовать. На вид все запеклось красиво, вкусно, сочно. Так что всем, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч в новых видео. Всем вам желаю приятного аппетита.